Друзья, сегодня будет нереально полезное видео, поэтому не переключайтесь, смотрите до конца, получите море полезной информации по ремонту. Посмотрите, у нас присоединена большая, довольно большая лоджия к кухне. Причем заказчик смог это официально согласовать. Обязательно узнаю у него, кто это сделал и каким образом у него это получилось. Мы снесли здесь стеклопакет, и все это официально, вся перепланировка согласована. Но для начала объясню, зачем мы это сделали. Смотрите, что получается. У нас, видите, угловая кухня, и посмотрите, вот эта дверь, вот эта виндшахта, раньше была кухней. Вот эта часть, друзья, это постирочная, да? Это кухня бывшая. А здесь за стеной, вот здесь вот была стена ровненько, здесь стояли в нише канализационные стояки, был просто туалет со входом, вон там вот, весь час душевая. Мы заложили вход, поставили здесь стену, да? Сделали здесь зону постирочной, а здесь у нас получилось уместить инсталляцию, гигиенический душ, скрытый люк со всеми коммуникациями и крутую душевую 90 на 90. При этом есть еще отдельный санузел 5 квадратов, в котором есть ванна. Гениально, да? Все это официально согласовано. И благодаря тому, то есть если бы мы это сделали, представьте, да, и лоджия не была присоединена, посмотрите, какая была бы маленькая кухня. То есть на кухне стояла бы кухня, стол и сразу же выход на балкон. То есть это было бы неудобно, неэргономично, мало места было бы. И постирочной бы у заказчика не было. Мы снесли проем. Радиатор на лоджию переносить нельзя, мы принесли его вот на этот перестенок. Зендер вертикальный, естественно, с выводами из стены. Сделали полное утепление пеноплексом. Потолки все у нас утеплено. Здесь у нас... плитка керамогранит с теплым полом. Это ПВХ-плитка, она клеевая, клеится прямо на основание, поэтому у нас стыки через силикон, не через порожек. Естественно, заменили фасадку. Здесь работает теплый пол, здесь работает радиатор. В квартире тепло, никакого конденсата, присоединенная лоджия является частью квартиры, ничего не промерзает, в квартире абсолютно комфортно. При этом, друзья, в чем уникальность нашей идеи? Я вам сейчас покажу, как эта квартира выглядела, ну, вообще в самом начале ремонта. Вам будет интересно это узнать. Поэтому мы сделали вот эту часть лоджии частью кухни. У нас здесь будет ровный пол, все утеплено, как видите, сейчас делаем. И вот сюда мы поставили перемычку. Специально у нас стенка с фанерой, с закладными, гипсокартоном будет обшита. Там специально сделали закладные, когда ставили рамы, чтобы эта стенка встала. И таким образом у нас получилась одна часть лоджии, присоединенной к кухне. А в соседней комнате, как видите, у нас получилась техническая лоджия. Вот здесь видно, что мы специально использовали профиль. Видите, чтобы у нас стенка не в стеклу вставилась. И смотрите, вот эта лоджия была длинная такая сосисочная лоджия. Я в самом начале ремонта заказчику предложил: ну зачем вам эта длинная лоджия на две комнаты, тем более там у вас ваша спальня. Будете шуметь на кухне, будете постоянно будить того, кто спит. И мы по несущей конструкции, да, поставили здесь перегородку. У нас получилась, смотрите, рабочая зона и практичное место со стороны кухни. Кухня визуально расширена. Света гораздо попадает в кухню больше. Все это официально я еще согласовал. Вот эту перепланировку официально согласовал, получил огромный санузел с постирочной. Теперь смотрим огромнейший санузел 5 квадратов с ванной в три стенки, унитазом и огромнейшей столешницей 60 на 1,80 м с полноразмерной стиралкой. И мы получили еще одну маленькую лоджию, друзья, техническую лоджию, на которой находятся стеллажи и три блока кондиционера. Она тоже утеплена, здесь есть теплый пол, здесь можно поддерживать плюсовую температуру, хранить все, что вам захочется, и три блока кондиционера. Вот таким образом я всегда рекомендую сосисочные лоджии разделять на две части. Нет смысла в лоджиях, которые у вас объединяют два помещения. Это глупо. Я еще понимаю, когда они объединяют кухню и гостиную, но когда это спальня с кухней объединены через одну лоджию, это, друзья, глупо. И надо делать перестенок, чтобы у вас получилась одна практичная лоджия и вторая. И вот в этом вся гениальность, потому что у многих людей есть такие сосисочные бесполезные лоджии. Утепляйте их, делите и кайфуйте, увеличивайте свою площадь.
Здесь очень классная перепланировка. По этой квартире я все сниму по отдельности, каждый элемент, который вам может быть интересен. Общий обзор сниму. Ну и я думаю, вы поняли, как квартира перепланирована, что мы сделали. Сейчас постараюсь найти кадры и показать, как это выглядело еще в самом начале ремонта, когда мы только подписали договор. Надеюсь, видео было вам полезно. Пишите свое мнение по поводу данной перепланировки. Нравится вам идея или нет? Нравится ли вам идея с перегородкой на сосисочной лоджии? До новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.